Stars.fm. Мы вещаем из мира ивентов. Слушай нас каждый понедельник. Всем добрый день, мы рады приветствовать вас на радиоволне Events FM. Вот я не перестану говорить, в какое удивительное время мы живем. Не умеешь программировать? Прошел курс No Code School, научился создавать сайты, чат-боты, веб-приложения. Не знаешь, как устроиться в крупную IT-компанию? Идешь на курс бета-карьеры. Да. Вот серьезно, у нас таких возможностей не было. Вот в наше время... Спасибо, кстати, это одна из моих любимых песен. В общем, что-то я заностальгировала. Лопаточек подать. Итак, начнем обзор мероприятий на неделю. Уже сегодня, 15 мая, наш региональный менеджер Осель организовывает в Талдыкургане спикер-ток с Аделетом Мейрамбекулы, докторантом третьего курса Житысусского университета имени Жансугирова на тему использования ноу-код-технологий в проекте. Вот видишь, опять ноу-код. То есть это, да, это очень популярная, очень популярная, да, тема. Да. Ал 17 мамырда сағат 3-тен кешкі 7-ге дейін цифрлық трансформация және ірі бизнестегі инновациялар мен жұмыс істеу мәселелеріне арналған дөңгелек үстел өтеді. Бұл іс-шарада технологияны енгізуге қатысты өзекті мәселелерді және заманауи бизнестің дамуына әсер ететін басқа да негізді аспектілерді талқылаймыз. Сіз тәжірибе алмасып, жетістіктер мен сәтсіздіктеріңізбен бөлісе аласыз. Осы салада жұмыс жасайтын әріптестеріңізден кеңес ала аласыз. Іс-шараның спикерлері Курин Дмитрий, МТС компаниясының инновациялар және инвестициялар жөніндегі директоры. Аушев Константин, Казахстан и Орталық Азиядағы KPMG компаниясының директоры. Ну а для тех, кому интересно развитие IT-индустрии в Казахстане, Узбекистане и Кыргызской республике, 18 мая в 17:00 пройдет прямой эфир с участием управляющего директора Астана Хаб Абдрахмановой Алиной и офис Creative Asia вместе с технопарками вышеупомянутых стран. Эфир будет транслироваться в инстаграме Астана Хаб. Баршаңызға танымал пицца пичтің аясы ұлғайып, осы аптада бірнеше қалада өтеді. 17 мамырда Өскемен IT-хабта, ал 19 мамырда Семей қаласындағы Абай IT-валида өтеді. Өткізіп алмаңыздар. Наш любимый пицца пич, да? Да. Шагает по стране. Друзья, подошло время объявить победителя розыгрыша прошлого эфира. Я напоминаю, мы разыгрывали абонемент на все виды спорта от нашего партнера OneFit на 3 месяца. И главным вопросом розыгрыша была дата запуска приложения OneFit. И правильный ответ – это июль 2018 года. У нас уже есть победитель. Фанфары. Но в инстаграме написано «маленький соломончик». Очень интересный никнейм. Да. Поздравляем вас с победой. Мы свяжемся с вами для передачи приза. На этом все, друзья. Мы будем держать вас в курсе самых интересных мероприятий Астана Хаб. Слушайте и смотрите нас каждый понедельник. Бізге лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Контентымыз күшті, мықты болады. Пока!